Футбольный клуб «Локомотив» встретился на домашнем поле с лидерами первенства края командой «Лутек-Энергия». Во втором круге у уссурийцев появилась еще возможность помериться силами с самой титулованной командой. Лучегорский «Лутек» – чемпион Дальнего Востока, обладатель Кубка края и многократный чемпион Приморья. За последние пару лет они оступились лишь однажды. Как раз перед выездом в Уссурийск команда в ГУЭС из краевой столицы одолела чемпионов со счетом 2-1. После неудачной встречи на пути «Лутеков» стал «Локомотив». Матч начался с обоюдной борьбы. Но все же гости чаще атаковали ворота хозяев. В середине первого тайма «Лутек» первым открыл счет. Уссурийцы следом провели ряд контратак и пробили оборону соперника. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Такая жесткая борьба пришлась по душе зрителя. Болельщики и любят тогда, когда есть борьба. Сегодня мы в борьбе не проиграли, а это самое главное. Поэтому и когда болельщики видят, что команда старается и пытается на равных играть с сильным соперником, то поэтому и такие эмоции у них. Во втором тайме усилилась активность обеих команд. Противостояние футболистов сопровождалось с большим количеством судейских свистков и заменами как со стороны «Лока», так и «Лутека». Последняя смена игроков у гостей принесла им большую удачу. Вышедший на поле Александр Сусин поставил победную точку в матче. Я не видел, за счет чего мы можем вскрыть оборону соперника, за счет чего забить. Мы изменили немножко тактику во втором тайме, мы усилили фланговую игру. Может быть, за счет этого нам немножко повезло. Значит, именно повезло, почему? Потому что, повторяюсь, были моменты, но мы не могли забить. И гол – это, конечно же, случай, ряд рикошетов, когда наш игрок попал. Там в этом моменте тоже надо было уметь забить. «Локомотив» отыграться не успел. Со счетом 2-1 «Лутек» увез домой очередную победу. Уссурийской команде осталось провести еще 3 встречи. Две из них «Лока» сыграет на выезде со столичным морским футбольным клубом и в Находке с местным «Океаном». Заключительный домашний матч первенства края «Локомотив» проведет 19 октября. Соперниками будут гости из Владивостока. Команда в ГУЭС, которая впервые повергла лидеров «Лутек-Энергию».